Купить убитую трешку в центре Петербурга и сделать из нее квартиру мечты за 3 месяца и 500 тысяч. Нереально, говорили нам. Вызов принят. Так квартира выглядела до. Устрашающе. Снесли все, кроме стен. Выпить чашечку кофе, принять горячую ванну. Много всего, даже нового, удалось купить с рук. В несколько, а то и в десятки раз дешевле. Эта дверь стоит 200 рублей. Алло, это телевидение? Подробные ролики о каждом этапе преображения этой бывшей коммуналки смотрите в плейлисте «Фонтанка» на нашем YouTube-канале «Идейные».